Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня снова я, Татьяна, и сегодня нам предстоит опять посмотреть, что я приобрела в фикс-прайсе. Как видите, на столе стоит большой пакет, в нем много покупок, и я предлагаю вам присоединиться к просмотру этих покупок. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, может быть, что-то найдете для себя тоже полезное. Ну, давайте перейдем непосредственно к самому обзору покупок. Буду брать первое, что лежит, и про него рассказывать. Вот, смотрите, первое, что я взяла, это из посуды вот такой салатник, новогодний салатничек. Чем он мне понравился? Вроде бы ничего обычного в нем нет, но мне привлекло то, что у него форма елочки. На Новый год замечательно положить в него салатик, прикрыть какой-нибудь зеленью. И форма у нас елочки уже готова. Поставить на стол и будет выглядеть очень замечательно. Очень хорошая, недорогая, замечательная новогодняя вещица. Мне понравилось. Дальше. Что первое лежит, то и беру. Взяла набор из двух кремов за 50 рублей. Сюда входит крем для рук, два комплекта, две штуки, два крема. Нежные ручки. 50 рублей. Почему не подарить какому-нибудь такой подарочек на Новый год или на день рождения, или что? А может быть, и себе оставлю, потому что у меня вроде бы там один вижу медовый, другой, по-моему, огуречный. Вот. Очень мне понравился такой наборчик. И выглядит аккуратненько и замечательно. Давайте посмотрим, что мы будем гадать. А, нет, он запечатан. Не буду раскрывать. Не буду раскрывать. Так. Дальше. В прошлом видео я вам показывала, что приобрела сыворотку для лица с гиалуриновой кислотой. В ампулах. 5 штучек тут. Попробовала. Мне очень понравилось. Всем рекомендую. Но опять же, в этот раз я уже увидела другую сыворотку. Там же. Там уже с коллагеном и эластаном. Попробую и эту. Поэтому взяла обе. Та у меня уже почти что заканчивается, вот это. А эту взяла новую. Вот, рекомендую. Увидела вот такой набор. Вроде бы ничего особенного в нем нет, 55 рублей. Но это туристический набор емкостей для косметических жидкостей. Знаем, да, что при перелете на самолете нам надо жидкости все держать упакованными в пакет. Вот этот пакет как раз и есть. Пусть он маленький, но он достаточно нужный. Сам пакет застегивается на молнию. В нем находится 3 пузырька. Один пузыречек просто закрывается. Здесь капельный путь для жидкостей. Второй пузыречек у нас идет с помпой. Подкачали, выдавили крема. Третий пузыречек идет с пульверизатором. Раз, повшикали. Набрали жидкости какой-то, то ли мицеллярную водичку, то ли лосьончик какой-то для лица, для рук, для тела. Положили в баночку, милое дело. Сюда же входит небольшая баночка под крем. Смотрите, замечательно. Сюда же входит еще лопаточка для пользования кремом и вороночка, чтобы набирать жидкости вот в эти пузыречки. Небольшая вороночка. Все упаковывается аккуратненько в такой пакетик и складывается в чемодан. Замечательный наборчик. Пусть он небольшой, но я думаю, этого будет достаточно для поездки на неделю, на полторы, на две. Мне кажется, этого всего будет достаточно. Так, с набором разобрались. Дальше. Переходим сразу. Чистин. Взяла санитарно-гигиеническое средство. 8 в одном. Чистит и, ванны, и раковины, и унитаз, и застой труб, и газовые плиты. В общем, все можно в нем чистить. Уничтожает микробы, грибок, удаляет стойки загрязнения. Видела на обзоре у некоторых. Все хвалят вот этот чистин. Я взяла его первый раз. Попробую, посмотрю, что из него получится. Но не нравится мне тем, что он содержит активный хлор. Вот здесь даже предупреждение.
содержит активный хлор. Естественно, его надо капельку только разводить в чем-то, в воде разводить, и пользоваться только в перчатках. Ну, попробуем, посмотрим. И хвалят все Велор. Тоже взяла. Порошок заканчивается у меня уже. Думаю, почему бы не взять, попробовать, посмотреть. Вот гель для стирки цветных тканей. И используется он и при температуре 30 градусов, 40-60 для ручной машинной стирки. Здесь килограмм за 50 рублей. Вот такой гель для стирки. Я думаю, это вполне достаточно. Имеет цветочный аромат. Попробуем. Дальше. Не могла не пройти мимо вот этой зубной пасты. Как в прошлый раз я вам говорила. Паста фирмы Гималая, которая мне очень нравится. Вот эта фирма. Нравится ее крема. И увидела вот эту пасту. Паста отбеливающая. Ну, не знаю. Попробую. Расскажу. Содержит она всего 50 мл. Должна быть хорошая. Взяла просто из-за того, что фирма Гималая. И увидела вот такую Silka Med. Немецкая технология. Паста зубная, серебро и уголь. Тройное действие написано. Чем же оно тройное действие? Устраняет запахи, бактерицидный эффект имеет и отбеливание эмали. Новая формула. Угу. Содержит серебро и уголь. Вот. Я ее открыла посмотреть, что же она из себя представляет. На чем бы вам показать. А вот прямо здесь вот и покажу, вот на этой крышечке покажу. Серебро и уголь. Вот так вот я выдавлю. Вот видите, паста имеет вот такой полосатый рисунок. Серебро и уголь. Как она будет в действии, я еще не знаю. Но вообще должна быть хорошая. Вот еще раз вам покажу. Silka Med. Тройное действие. Ну и соответственно к зубным пастам взяла набор щеток. Две щеточки по 55 рублей. Да, щетка натуральная, свежесть, жесткость, щетина средняя. Набор из двух щеточек. Вот. Дальше, значит, из вещей, что я себе взяла. Взяла колготки. Появились там колготки. Колготки из мультифибры. 200 ден. Обратите внимание. Колготки. Вот. Размер взяла четверочку. Они идут без упаковочки. Они вот так вот, как есть, девочки, так они идут. Вы имеете в виду. И обратите внимание, даже некоторые девочки, которые рекламировали их на своих видео, они говорили, что смотрите внимательнее, потому что они идут без упаковки, а так как они без упаковки, на них могут быть небольшие затяжки. Но мне, слава богу, повезло тем, что никаких затяжек я пока не видела. Также из одежды взяла вот такие леггинсы, 3/4 за 99 рублей. Тоже микрофибра, но 100 ден, легенькие. Так под джинсики одеть или куда, можно дома ходить, замечательные, за 99 рублей. Колготки, колготки, девочки, тоже 99 рублей, 200 ден. Обратите внимание, бегите быстрее, забирайте. Вот, для своей машины увидела вот такие новинки. Не было раньше, никогда не видела. Это антиобледенитель зеркал. Если зеркала обледенить, нанести надо будет вот эту жидкость, чтобы не леденили зеркала. Хотя у меня есть обогрев зеркала, я не знаю, для чего это мне надо. Странно. Не подумала. И антизапотеватель окна, чтобы стекло... Вот стекло лобовое, конечно, когда вот отогревается, оно бывает запотевает. Вот это тоже взяла вот такую жидкость. Ну, они маленькие, пойдут. Ну, заодно к ним же взяла набор вот из двух тряпочек для автомобиля. Две штучки. Микрофибра.
Вот. Для своей малюськи, девочки, маленькой девочки, внучечки взяла такую новую книжку. Книжки появились новые. Раньше были книжечки, у них был один зверек нарисован и два глазика. Сейчас же уже появилось два зверька и у каждого по два глазика вот таких вот. Книжечку выбрала, называется «Домашние животные». Ей будет интересно. Картинки здесь яркие, большие, и собачка, и овечка, воробушки. Заодно тут текст написан, будем с ней читать. Вот, смотрите, какие. Коровушка, бычок, вот коровка, бычок, гусек. Вот хрюша, киска. Ей будет очень интересно. Она у нас очень любит книжечки читать. Поэтому без, от такой обновки я не могла отказаться. Вот такая книжечка. Так, и новогодние покупки у меня. Это упаковки. Упаковки подарков на зиму. Ой, на зиму, на Новый год. Вот смотри, такая вот упаковочка. Очень интересно, мне привлекла такая картиночка. Смотрите, мальчик с девочкой заглядывают в окно, где елка, игрушки новогодние, новогодний праздник. Девочка держит собачку на поводке. Очень хорошая. Ну, коробочка пластиковая. Вот. Так. Сюда можно что-то уложить, какой-то подарок, а потом использовать ее как шкатулочку. Я уже определилась, кому ее подарю. Я думаю, тот человек, которому я подарю такой подарок в такой упаковке, будет очень доволен. Также вот с такой упаковочкой я тоже определилась, кому достанется вот этот подарочек. Тоже очень красивая картинка. И коробочка тоже нужная. Вот смотрите, она со всех сторон. Интересный рисунок. Но это просто картонная коробочка. Тоже вместительная такая. После использования подарка можно в ней хранить что-то ценное. Например, открытки какие-то, которые дорогие вам, или письма, какие вам дорогие. Все можно здесь хранить. Пожалуйста, какие-то блокнотики, записи. Вот такая хорошая упаковочка. Вот. И взяла вот такой набор из двух складных подарочных коробочек, чтобы не шуршать. Я взяла, вытащила одну коробочку. Сейчас мы с вами ее сложим, чтобы было видно, что это такое. Набор стоит из двух коробок 50 рублей. Значит, каждая коробочка по 20 рублей. По 25 рублей. И вот так мы ее сложим. Она складывается очень просто. Сложим, закроем. Очень интересно посмотреть, что она себя представляет. Ну, короче, она вот так вот складывается. Вот так. Ну, если не буду долго вас томить, распределю. В общем, коробочка складывается. Здесь у нее пластиковое окошечко получается. И если мы в коробочку положим какой-то подарочек, насыпем конфет, положим пачечку чая, мандаринок или что-то еще другое, шоколадочку. Будет в окошечко видно, в этой пластике. Будет очень интересно тому, кому вы этого подарок. 25 рублей одна коробочка, а их в наборе 2 за 50. Вот я их не думаю. Ну вот, такие подарки у меня. Такие покупки. Кому интересно, пишите. Оставляйте какие-нибудь лайки, ставьте или дизлайки, подписывайтесь, если вам интересно, задавайте какие-то вопросы или какие-то свои заметки насчет моих видео. Всегда с вами ваша Татьяна, пишите, буду рада вас радовать дальше своими видео. Пока-пока!